Здравствуйте. В день космонавтики, в 53-ю годовщину первого полета человека в космическое пространство, в нашем большом городе под девизом «На прекрасный мирный космос» состоялся детский праздник. Организовали его представители Комитета по молодежной политике партии «Единой России». Провели викторины, конкурсы, в том числе и рисунка на асфальте, главной темой которых стал космос. В проведении праздника активное участие приняли детские психологи. А в конце акции всех собравшихся ждал сюрприз – праздничный концерт, устроенный силами городских творческих коллективов. 100 тысяч почему, объясните маме с папой, что мини-детский городок открылся в минувшие выходные в поселке Калинино. Это первая детская площадка на территории жилого массива и 9-я за минувший год в Ярославском избирательном округе. Привет, девчонки и мальчишки, родители! Еще две будут сданы в пользование местным жителям в ближайшие дни. А к лету планируется оборудовать две комплексных спортивных площадки для занятий спортом. Сейчас под их строительство выбирают место. Мы все знаем, что в первом чтении уже прошел в Госдуме инициатива Владимира Владимировича Путина о ГТО, готов к труду и обороне. Собственно, на нашем районе создаем для реализации данного законопроекта все условия. Чтобы площадки использовались по максимуму, их желательно устанавливать в спальных жилых районах и рядом с учебными заведениями, уверены специалисты. В рамках федерального проекта «Гражданский университет» в Краснодарской партийной школе «Единой России» открылся учебный курс лекций. Курсантов набрали с числа гражданских активистов, участников митингов и пикетов по рекомендациям исполкома местного отделения единороссов. Получился коллектив 40 человек. Проект направлен на создание многоуровневой системы партийного обучения. Гражданский университет включает в себя 6 4-часовых лекций по одной в месяц, направленных на развитие навыков политического общения, изучение основных принципов агитации населения, закрепление навыков публичного выступления и создание успешного имиджа партии. Эта школа нужна, необходима для того, чтобы партийцы, ну, разные члены партии, начиная от депутатского корпуса и заканчивая простыми активистами, могли получить новые знания в области политики, в области практической, скажем так, политики. То есть это у нас не только теоретические занятия будут проходить в этой школе, которую я как раз читаю, но и практические занятия, а именно это организация пикетов, митингов. То есть мы будем учить людей, как это нужно делать, чтобы достигать максимальной эффективности. Напомню, старт проекту «Гражданский университет» был дан в марте прошлого года открытой лекцией председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Тогда лекция проходила в режиме видеоконференции со всеми регионами нашей большой страны.